Профессиональный праздник отмечают сегодня строители Беларуси. В отрасли работают около 200 тысяч человек. Поздравления всем, кто трудится в этой сфере, направил Александр Лукашенко. Президент обратил внимание, что профессионализм отечественных строителей отмечен знаком особого качества как внутри страны, так и за ее пределами. При этом государство рассчитывает на укрепление позиций отрасли в экономике. Ежегодно растет профессиональный уровень строителей. По данным Национального статистического комитета, каждый четвертый работник в отрасли сегодня младше 30 лет. Практически у каждого третьего профессионально-техническое образование, им есть чем гордиться. В прошлом году доля строительной отрасли в формировании ВВП страны составила почти 5,5%. И, как подчеркнул вице-премьер Беларуси Владимир Кухарев в интервью программе «Контуры», в ближайшие годы этот показатель будет увеличиваться. Не перестанут расти и зарплаты строителей. В конце прошлого года постановлением Министерства архитектуры была поднята заработная плата, и это дало такой положительный эффект. В целом по строительной отрасли мы сегодня уже обеспечиваем порядка 1150 рублей средняя заработная плата в строительной отрасли, поэтому думаем не останавливаться, потому что труд строителя очень тяжелый труд. Сегодня в стране возводится больше 8 тысяч объектов. В основном это жилье. Строительство домов для нуждающихся всегда в приоритете. В следующем году только для многодетных семей построят около 14 тысяч квартир. Развиваться будут и города-спутники Минска. Экспериментальный дом «Смолевичок» доказал, что спрос на такое жилье превышает предложение.